Так, здравствуйте всем. У нас сегодня проходит ярмарка недвижимости. Слушайте, неожиданно много людей пришло. Проходит не только в Тюмени, проходит во многих городах сети. Ну, понятно, что когда ты 5 дней так празднуешь, а в этом году еще 30-31, получается 7 дней, то, мне кажется, вовремя все. С дочкой пришел тоже и показать. Тут центральный тюменский офис, тоже управляющий состав. Вот, давайте пойдем посмотрим немножко так, как все происходит. Слушай, Свет, можно я тебя оторву? Да, конечно. Да, приветствую. Слушай, расскажи, как тут. Я знаю, что у вас сегодня первый рабочий день. Да. Это у нас новый офис, да, и мы тут решили в качестве вместо первого рабочего дня такого открытия сделать, да, ярмарку. Да, техническое открытие, сделали ярмарку, чтобы... Давай, я вот так буду делать, ага. Давай. Ага, все, давайте. Чтобы у нас риэлторы узнали о новом офисе, чтобы риэлторы изучили застройщиков, пригласили 20 застройщиков по новостройкам и по домам. Такое техническое открытие, но я считаю, что все состоялось. Слушай, все почему классно. Так много людей неожиданно? А еще больше будет, потому что сделали много рекламы именно личной. Каждый в соцсетях рассказывал, слушай, что мы до этого в начале декабря проводили в Тюмени, реально, по-моему, там... под миллион вкладывали паркинг, что-то не так много. А сейчас, видать, отдохнули все, да? Да, все уже устали отдыхать. Коллеги, вот всех, кто с других компаний, надо в январе проводить. Да, да, в январе мероприятие, смотрите, что творится. Вообще. Пойдемте дальше. Сейчас еще больше людей, 100% больше. Все, Света у нас тут будет самое главное, да, так проще говоря. Да. Все, желаю тебе удачи на новом месте. Слушай, реально круто, красиво, я прям в восторге. Спасибо большое. Все, молодец. Будем стараться. Да, пойдем дальше, спокойно. Так, тут детская зона. Как тебе, кстати, Алина? Расскажи, как нормально? Впечатление первое? Хорошо, на самом деле очень оживленно, прям да? Много народу и да, много прикольно. Зон. Так, давайте сейчас у страны Developit, это один из ведущих застройщиков у нас в регионе по объему строительства, там вообще равных нету. Пойдемте. Так, Станислав, приветствую. Здравствуйте. Как у вас дела идут? Хорошо. Нормально? Активно, да, сегодня много людей. Сегодня, там, 6 января вы уже вышли на работу. Мы с 3-го уже работаем, а, да. А вы с 3-го активно готовы продаете. Всех принять. Так, сделки уже прошли в этом году? Идут. Идут, все нормально. Слушай, у меня давай такой вопрос. Страна известная, это лидер по объему строительства сейчас в регионе. По-моему, уже в 20-ку в России входите. Входим, да. По-моему, даже там 18 или какое-то место занимаете. С прицелом на 10-ку. Так, расскажите, пожалуйста, какие главные преимущества страны Development относительно других? Мы застраиваем комплексно, то есть это большие красивые микрорайоны. Мы делаем большой фокус на паркинге и стараемся всегда их делать в подарок. Слушайте, паркинги у вас реально шикарные, да. Особенно вот это, что на 3-й этаж, это фантастика. Удобно, да, теплые переходы, комфортно, паркинги распределены сразу по всем квартирам, поэтому мест, проблем какие, с парковками хорошо, не бывает. Какие сейчас выгодные для клиентов? Скидки есть? Есть скидки, да. Какие, скажите, у нас самые большие? До 500 тысяч рублей. До 500, да. Как их можно получить? Забронировать квартиру? А, забронировать, да? Да, да. То есть, все. Как дальше по ценам ожидаете? Сейчас пока мы держим предновогодние цены, то есть акционные предложения у нас по-прежнему, да, сохранены, да, и они действуют, работают. Ну все, Станислав, давайте. Спасибо вам, удачной продажи. Вам спасибо. Все, так, пойдемте еще дальше, посмотрим, кто как продает у нас. Так, здравствуйте. Пойдемте, я думаю, мы сейчас еще к этому застройщику подойдем. Так, ага. Так, у нас здесь еще Тюмень-Инвестстрой. Пойдемте пока тут. Так, слушайте, у нас тут на самом деле еще можно купить и любую недвижимость в любой стране и в России. Лен, давай сначала ты. Ты в Москве и Питер, да, у нас, я так понимаю, сегодня? Да, у нас все открыто, все границы открыты. Москва, Санкт-Петербург, да и, в общем-то, прочие города России. Пожалуйста, да, обращайтесь. Ну, скажи, пожалуйста, давай так. Сейчас, ну, во-первых, кто не знает, у нас по сети процент межрегиональных сделок уже 6% от выручки примерно. Это я цифры внутренние знаю. Вот все сети имею в виду. То есть люди много покупают. По сути, каждая 15-я сделка проходит уже у нас не в своем городе. То есть это нормально за счет передачи. Вот из Питера что бы сейчас порекомендовала? Я бы лучше все-таки порекомендовала в Москву. Домстрой, застройщики в Москве. А, ну Домстрой это там один из лидеров элитного, потому что дорогое жилье строит. Они строят и дорогое жилье, качественное, очень комфортное. И, соответственно, побывав у них на презентации многих жилых комплексов, я просто в него влюбилась, и поэтому все свое, так сказать, желание направляю на то, чтобы люди все-таки сколько там самое дешевое, скажи, в Домстрое? Ну, я думаю, что студию... 18, сколько там? Ну, было от 12, студия, апартаменты, но единственное, но там студия. Нет возможности прописаться, да, без апартамента. Нет, а вот давай, да. Чтобы ну, квартиры. Наверное, да, от 18. Да, ну, нормально, в Москве там, ну, даже студия 12, можно жилье в Москве уже купить, ну, надо да? понимать, что там абсолютно все комфортно. Метро в шаговой доступности при этом, и да. Какое метро там? Что? Какое метро?
Там и Раменки рядышком есть, и ЖК-события, то есть там их очень много. Да, ну ладно, хорошо. Да, так, давай очень... посмотрим. Так, Настя, давайте я спрошу. Так, Настя у нас занимается международными сделками. То есть в основном это у нас Дубай, Турция, Таиланд, да, я так понимаю? Бали. Кипр. Бали, Северный Кипр. Бали, Северный Кипр. Индонезия, проще говоря. Индонезия. Так, у нас в Индонезии разве были сделки? По сети были, у нас в Тюмени еще нет. Нет, по сети были. Но активно развивается. Что-то я не припомню. Так, рассказывай, какие там особенности рынка? Так, минута у тебя. Настя минуты мне не хватит. Настя говорит по делу всегда, но просто времени мало. Особенности рынка, но... Особенности рынка, ну не скажу, у каждой страны свой интерес. Ну, я имею в виду покупки в других этих, как сейчас, с расчетами, санкции же. Я сейчас на 3 часа разведу. Не, давай разговор. Быстро вот за минуту. Давайте так, сейчас в основном вкладываются в Эмираты, Турция, Северный Кипр, Таиланд и Бали. Это 5 стран, куда идут основные запросы и где как раз-таки инвестиционная привлекательность самая высокая. Как по пассивному доходу, так и по перепродаже. Слушай, хорошо, вот скажи, если я сейчас, допустим, решу купить себе квартиру в Бали, на Бали. Мне почему-то на Бали, да? Давайте в Биллу. В Дубае и на Бали. Допустим, я могу это быстро сделать, нет? Как вот, мне туда надо присутствовать? Давай, расскажи. Вам присутствовать не нужно, вам нужны только деньги. Все, только деньги и желание. И желание, и так в любом из этих 5 стран, да? Вообще без проблем. Все, то есть сейчас уже никуда ездить не надо, все уже. Никаких границ нет, главное время, желание. Все, ты все сделаешь остальное. Все. Вот, вот что самое главное надо знать. Все, спасибо большое. Слушайте, неохота везде слушайте клиенты. Ладно, в общем, мы еще позвали, давайте я так расскажу. Кто-то строит загородный дом, сейчас это очень большое направление. У нас уже очень много сделок проходит там стабильно. Только вот в этом, мы сейчас в Тюменском находимся регионе. 50-70 домов ежегодно, ежемесячно с помощью нас строят. Естественно, где мы брокеры, да, и вот компания. То есть это очень перспективное развивающееся направление. Вот, давайте резюме какое. Сегодня, что ярмарка состоялась, много очень желающих, объективно совершенно. Говорит о том, что рынок будет хороший. Для меня это всегда индикатор, как год начинается, так примерно он потом и проходит. Да, и то, что ярмарка на таких хороших объемах, это очень круто, это классно. Так, Алина. Мне здесь понравилось, довольно интересно на самом деле. Очень много людей, правда, очень много клиентов, иногда вообще тяжело кому-то в целом подойти. Вот, и очень много разных способов, как... Люди могут рассказать о недвижимости, все прям разные модели. Кто-то прям, например, вот здесь вот дом, именно прям модель дома, кто-то с ноутбука все показывает, кто-то конфетами кого-то заманивает. Слушай, у меня идея возникла. Давайте еще руководителя спросим тюменского офиса. Пойдемте, я у него внезапно подойду к нему. Павел Сергеевич, приветствую. Здравствуйте. Как дела у вас? Хорошо. Нормально? Да. Как отметили Новый год? Вот, отметил, как всегда, хорошо, с семьей и с друзьями. Были на базе отдыха «Гнездо». А, «Гнездо». О, слушай, а это где? За Сибирью как раз. А, за Сибирью. Я там тоже вот с дочкой сейчас. Да, да, я знаю. Такая, да. То есть, об это. Так, ну давайте пару слов задам. Первое. Какие ожидания от этого года? Два года ожидания, ну что год будет, конечно, чуть интереснее, чуть напряженнее. Надо будет побольше поработать, надо будет побольше сил для того, чтобы таких же клиентов также привлекать в нашу компанию «Этажи». Поэтому ожидания, в принципе, позитивные, но потрудиться будет, надо будет побольше. Тут приняли решение открыть офис вот в этом месте, это спальный район, да. Ямская Слобода. Чем, я знаю, что у вас удачно очень и в Тюменском микрорайоне открылось, в Заречном микрорайоне, да. Офис большие, причем вы по 600, по 1000 квадратов открываете. Здесь как? Здесь, ну, во-первых, это у нас один из перспективных районов Тюмени, потому что Тюмень сейчас растет именно этим районом. Вот если там посмотреть, он развивается уже вплоть там, до деревни Дударево, да. Уже даже дальше пошел. И это перспективный район как и по новостройкам, так и в дальнейшем по вторичке. Поэтому здесь будет очень большой трафик. Ну, даже сейчас видите, да, что и здесь вообще, достаточно, конечно, много, да, народа. Поэтому даже больше, чем было у нас намного. Да. Поэтому я считаю, что он будет достаточно востребован, офис. Причем находится он в такой неплохой локации. Видно с дороги, с трассы его видно. У вас не просто, он очень классная локация, да, находится. Да. Я прям еду, видишь, так на самом деле. Да, на самом деле место, согласен. Вот. Ну и парковка неплохая, на самом деле. Правда, сегодня забита она, потому что будний день, не будний, а выходной день. Поэтому, я думаю, будет здесь все очень хорошо. Все, хорошо. И у меня такой последний вопрос. Ваш прогноз по ценам? По ценам в Тюмени конкретно, да, в Тюмени. Ну, я думаю, такого роста, как в 2020 году, мы точно, блядь, не будем, потому что видим, да, что уже сейчас на вторичку сокращается спрос, достаточно сильно сократился по новостройкам. Мы его уже видели в декабре, честно говоря, немножко такой же откат по ценам. Поэтому, думаю, где-то будут они, так скажем, такой в стагнации. Сильно понижаться не будут,
Но где-то, я думаю, там процентов 5-10 будут так вот колебаться. Больше, наверное, дам прогноз в сторону, в нижнюю сторону. Все, вам, вашей команде, хорошего, удачного спасибо, года. Спасибо, Эльдар Борисович, да. Будем стараться. Все, спасибо. Друзья, ну на этом, наверное, мы, наверное, закончим такой блиц, небольшой сюжет. Все, спасибо большое.